Ульяновск, Симбирск – многовековой город со своими преданиями, легендами и загадками. Ни для кого не секрет, что самое интересное и таинственное хранится в подвалах и на чердаках старинных домов. Пожалуй, самый известный чердак современного города находится в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова. Здесь уже почти 45 лет находится один из главных символов Ульяновска – городские часы. Они были изготовлены в 1868 году, ровно 150 лет назад, английской фирмой «Кук и сыновья». Их подарил граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов в память о сыне, бывшем губернаторе Симбирска Владимире Владимировиче Орлове-Давыдове, который скоропостижно в 33 года ушел из жизни. Часы были установлены в 1869 году петербургским часовых дел мастером Линдштедом на колокольне Спасо-Вознесенского собора. Они имеют два циферблата. Один обращен к югу, другой к северу. Устройство их цилиндрическое с двумя гирями – ходовую, часовую и боевую. Эти гири весьма солидных размеров и значительного веса. Часовая весит 12 пудов, а боевая весит до 20 пудов. Молоток, который при бое часов ударяет в колокол, весит 2 пуда. Писал Павел Любимович Мартынов в книге «Город Симбирск» за 250 лет существования. С 1888 года бессменным смотрителем часов стал Николай Павлович Кудрявцев, член городского добровольного пожарного общества. После закрытия в 1932 году Вознесенского собора Николай Павлович с помощником разобрал часы и заботливо перевез их в подвал горкомхоза, бывший дом купца Шатрова, который позже отдали под исполком Ульяновского горсовета. Там они надежно спрятаны и пролежали до 1973 года больше 40 лет. Как они обрели вторую жизнь? Эту историю рассказал корреспондент «Ульяновской правды» Рудольф Григорьевич Азбукин, ветеран труда, краевед. Я читал воспоминания Владимира Николаевича Сверкалова, партийного идеолога. Шли они как-то с работы. Он, Васильев и Скачилов, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС, чего-то разговорились, и Сверкалов говорит: «Вот у нас в городе были часы, стояли в башенке, в столбах. Сейчас эти часы валяются в подвале горосполкома». Скачилов заинтересовался. На другой день поехал, посмотрел, вызвал директоров заводов. Директор приборки говорит: «Это мы сделаем». Восстановить часовой механизм было поручено коллективу приборостроительного завода. Главным исполнителем непростого дела стал инженер-конструктор Анатолий Иванович Фролов. Часы прибыли в плачевном состоянии. Многие части сломались или изношены. Мы восстановили шестеренку привода боевой гири. Зубчатый венец был разломан на несколько частей. Скрепили эти обломки, и старинная шестеренка до сих пор крутится, рассказывал позднее Анатолий Иванович. Многое пришлось изменить и усовершенствовать. Сделаны электромеханический привод для подъема гирь, сложная система смазки, подсветки и так далее. Заменили циферблаты, их стало 3. Старые деревянные стрелки хранятся теперь в краеведческом музее. А проект часовой башни на доме Гончарова разработал архитектор института «Ульяновск-Гражданпроект» Серафим Николаевич Титов. Он также принял самое активное участие в поиске и подборе колокола для часов. Родной колокол был отправлен в переплавку в 1930 году. Обратились к руководителю пожарной службы Рассадину, в чьем ведении находились уцелевшие колокола, снятые с разобранных церквей. Старомаинский оказался самым звучным, а потом выяснилось, что на пожарную каланчу в Старой Майне колокол попал после сноса церкви в угодившем под затопление селе Головкино Вознесенской. Как свидетельствует надпись на 48-пудовом колоколе, он был отлит в 1785 году мастером Гаврилой Шаниным для церкви села Вознесенской по усердию их сиятельств графа Ивана Григорьевича и графини Елисаветы Федоровны Орловых. Так городские часы Ульяновска соединили память о трех поколениях рода Орловых. 12:00. Первый мощный удар 48-пудового колокола разносится над улицами. За ним еще 11. Ритмично отбивают время городские куранты, установленные на верхнем этаже и в башне на перекрестке улиц Ленина и Гончарова. Сверьте свои часы с городскими курантами. Точность гарантируется. Об этом позаботились специалисты и рабочие приборостроительного завода. Инженер-конструктор Фролов, токарь Машин, слесарь Данилин и Денишкин. Служба главного механика Глузмана
проделала большую работу. Здесь разобрались в устройстве часов, заменили недостающие изношенные детали, вместо деревянного основания установили жесткую металлическую конструкцию. Вчера, при большом стечении ульяновцев, состоялось их официальное открытие, писала «Ульяновская правда» 13 сентября 1974 года в заметке «Второе рождение часов». Анатолий Иванович Фролов принял ответственную и почетную должность хранителя городских часов. Первое время механизм немного капризничал. Стрелки то чуть отставали, то убегали вперед. О том времени напоминают пожелтевшие блокноты, в которых Анатолий Иванович скрупулезно фиксировал показания часов и добился идеальных результатов. Представьте себе, 20 апреля 2015 года часы остановились. В этот день, правда, был очень сильный снегопад, но тем не менее, именно в этот день Анатолию Ивановичу исполнилось 85 лет, и в этот день у него родился правнук. Вот, чувствовали часы, но Анатолий Иванович считает их живым существом и относится как к живому существу, и очень любит эти часы. Несмотря на юбилей, Анатолий Иванович в этот день приехал, часы снова пошли. В 2016 году хранитель времени передал дело своей жизни сыну, Евгению Анатольевичу. Теперь он – хранитель часов, по которым сверяют время ульяновцы.